Всем привет, с вами Наташка и рубрика Тест-драйв. Сегодня в рубрике у меня крафт от игрока с ником Юнгер Сторм 2. Крафт называется Friendzoned, или как это читается правильно. Это Тесла крафт, кроме Тесла другого вооружения на нем нет. Сам крафт представляет из себя переднеприводный дрон или сосиску, не знаю, как он полетит. В общем говоря, стрейф тут не требуется, судя по расположению тростеров. Я знаю игрока с этим ником, знаю, как он играет на крафтах подобных, играет он на них хорошо. Ну, честно говоря, предложить мне подобный крафт — это издевательство, так как я вовсе не Тесла вот и не играю на Теслах. Мне, честно говоря, страшно. Как я вижу, этот крафт очень-очень хрупкий, то есть требует повышенного внимания, удирать вовремя надо. Ну, наверное, быстрый, тростеров здесь много на ускорение. Из модулей вижу модуль энергии, потому что крафт почти на 2000 ЦПУ. Теслам энергии, естественно, будет не хватать. Модуль инвиза, видимо, чтобы подкрадываться к врагу, может быть, чтобы удирать. Также есть радар, скрывающий местоположение, ну, спидометр, скорость измерять, не знаю, для чего он нам нужен. Ну, в общем, и все. Погнали в бой страдать. Я прошу прощения, но я не увидела на крафте мелкие СМГшки в ангаре. Я даже сейчас не вижу, где они стоят, если честно. Но они А, вон они спрятаны внутри. В общем, у нас еще есть мелкие СМГшки. А у врагов я заметила двух рисовиков, которые будут нас прекрасно видеть в инвизе. Крафт очень уж маневренный. Вы видите, что творится при легком нажатии кнопки. Я не знаю, как я с ним буду справляться. Вообще не знаю. Возможно. Он такой легкий, возможно, строй бы ему не помешал. Честно говоря, не знаю. Вообще не знаю, как я с ним буду справляться. Как я буду на нем играть? Ну вы поняли, да, без стрейфа этот крафт не играет. Мне просто пришлось выйти из предыдущего боя. Потому что сделать я ничего с ним не смогла бы. Зубы все выбили, зубы. Crimes, the legend to it.
Могу сказать, крафт просто безумный. Безумная скорость. Управление непонятное. Даже со стрейф модом он себя ведет тоже очень-очень странно. Куда-то его закидывает. Расположение трастеров странное просто для стрейфа. По краям крафта, задней передней части. Да, он довольно неплохо дамажит. И, в принципе, энергии мне почему-то хватало, несмотря на мелкие, по крайней мере, крафты. Я бы лучше бустер, например, энергии заменила бы блинком каким-нибудь, чтобы спасаться вовремя. Ну, однозначно, этот крафт не для меня, и вообще стиль игры на нем тоже не для меня. Это какое-то безумство творится всю игру. Единственный его плюс, который я могу отметить для себя, это его скорость. Он действительно может очень быстро подобраться к врагу и достаточно быстро также сбежать из битвы. Ну и на этом у меня, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.